соревнованиях принимают участие теннисисты в двух возрастных категориях – до 13 и 15 лет. За два дня турнира перворазрядниками стали четверо сочинских теннисистов. Сегодня на кортах продолжились матчи. Итоги Кубка Адлерской теннисной академии будут подведены 20 июля. Для участников этот турнир стал возможностью повысить свои спортивные звания. Ребята показали себя все должным образом. Они много тренировались. Много прошли подготовки, как физической, так и технической. Турнир был очень разнообразен в плане эмоций, в плане достижений. Было очень интересно за ними наблюдать. Основная задача соревнований – подготовка к предстоящему первенству Сочи, кубку заслуженного тренера России Юрия Юткина. Помимо сочинцев, в турнире примут участие сильнейшие теннисисты со всей страны. Старт 30 июля.